Нет, ребят. Всем привет. Мне с пацаном. Идем. На белый. Металл переплавлять. Да, металл мы будем идти плавить. У нас такая работа такая, понимаешь? Где тут такая работа? Понимаю меня, если хочешь. Да, все, здорово. Что происходит? Давайте, ну не надо. Всем хай, ребята, мы тут с пацаном вот это вот. Гуляем. Давайте интервью. Всем привет. Мы в металлургическом заводе. Там часы большие. Не работает, правда. А, она работает. Ой, дедок, давай интервью. Да, мы звоним своим репортерам, говорим интервью. Что, дедок, снимай. Я говорю, когда он мне вчера король подходит, я говорю, ты? Друзья, пока что мы кроме вот этих двух фигур нифига не сделаем, нам придется надо. Не ребятки, подожди. Привет! Подписывайтесь на эту линию. Там проданы кролики. Главное, чтоб не плюнула. Я сейчас... О, тайки. Давай сфоткаемся. У нее глаза сейчас реально такие. Так, как тебя зовут? Как тебя зовут? Ой. О, вторая мокрая. О, кто это? Такие вот. Она мне фак показала. Тут находятся курочки, так они необычного вида немножко. Если вам не видно, ну это солнце, потому что нас отправили с самого утра, ну то есть в 10 вечера. Макак может все забыть. Здорово! Ой! Лянь, она мне в телефон смотрит. Лянь, она сама себя увидела, Лянь. Она сама себя увидела. Можно зайти? Ростик, Лянь, она тебя рассматривает. Ой, красавица. Я хочу такое. Лянь. Которая в мозг прыгнула. Лянь, она себе смотрит. Сейчас. А, это не собака. Маленький. Не знаю, как насчет... Вот еще один пример. Ладно. Вот у нас горные козлы. У нас пони. Мне даже телефон проводит. Ой, ты, блин. Ой, ты, блин. Серый, иди сюда. Он лезет в кто? Серый. Его можно потрогать. Это кубанчик. Кубанчик. Боже, ты какой-то очень страшный. Нормальный. Я на таком вайбе скину. А где его лицо? Я только жопу его вижу, понимаешь? Это типа что-то енот? Ну вот, это разъединить. Во, вон, вон. Повернись! Там два брата акробата. Вон там второй. Вон вторая иначе. Сутки находятся. То есть наглядно примерно видно. Тут у нас находятся бобры. Водоплавающие. Вот, друзья. Ладно, давайте сейчас вторую часть зоопарка включу. Сейчас будет верблюд. Я не могу! Я не могу!
Это двухгорбый. Да, и он еще пятый. Отряд парнокопытных. Дико застанет. Да мне все равно! Фотка плохая! Дико! Плюнь! 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 Надеюсь, не буду больше снимать, потому что он может любой раз плюнуть. Так что как-то так. Сейчас у нас будет... Козлики. Если я не ошибаюсь, это то, что это лама, да, это лама. Это лама, друзья. Это дико ну, типа такого. Что такое? Тут у нас сидит гривистый баран, чем-то похожий на козла, и он на нас хотел напасть. Пойдем, бойся, все уже сюда. Он тебя увидел. Баран! Ой, я такие не устраиваю. Теперь идем, не знаю даже куда. А тут больше никого вроде бы нету. А, не, вон, смотрите, там... Там какое-то животное есть, блин. Да, это верблюд. Это верблюд, он ест. Он кушает, но... Это верблюд. А чё ты агришь? А я тебя обманываю. Она агришит, я рот знаю. Это мой братик, давай. А ну, Лиз, отойди. Всем привет, опять же, это Лана европейская. Только она вот в той части сидит. Наверное, сейчас как-то проберемся. Не обращайте внимания, я же говорю, сейчас время 10. Немножко козлик. Лянь, он сам себя увидел. Хотелось бы снимать на камеру, но я, короче, сейчас поснимала маленький кусочек в самом начале, я его сюда перекинула, потому что получилось такое, что, типа, камера разрядилась в выключенном виде, я не знаю даже, как это получилось. Что? Сейчас, наверное, не будет животных, потому что сейчас мы идем на игровую плазму, то есть боевики и площадка, но более интересная. Тут есть аттракционы, тут... Ну, тут очень много чего есть. Я даже помню, тут был магазин, вон, смотрите, тут разные фигурки. Вот, это первая часть, вон вторая часть зоопарка. А тут сейчас у нас игровая площадка! Да, ну, для детей 6, даже больше. Спасибо. И сейчас у нас тут рядом церковь присутствует. Ладно. В коем веке присутствует какие-то воды, типа ручеёк, вам надо телефон не уронить, это будет фейк. Рости, главное телефон не уронить. Я не хочу. Вот. Ого, что это? Где рыба, я не понял. Рыб нет, она не должна быть, то есть там наши люди. Лиза! Там есть такой двор, то есть тут так присутствует, да и опять же постройки, тут такая вот большая, это наши столпились, есть, и забирает телефон, о, там человек, привет, человек, так, змея, гадюка, тут присутствуют гадюки, но мы их не видим, хочу поплавать, да, поплавать, я плавать хочу, а мы, короче, на столбке видели черепашек и змей, черепашек ниндзя? Нет, змеячек. У меня даже фотка есть маленькая. А ты думаешь выкладывать это? Да, конечно, меня выложи, давай, Лиза. Всем привет, с вами я, Лиза, и сегодня мы ныряем в столу, поехали. Не будем лебеди. Пойдемте лебеди. А там есть лебеди? Лебеди. Мне сказали, что тут есть лебеди, но, насколько я знаю, тут вроде их нет. Ника, где лебеди? Давайте врата, тут классно. Нет, давайте, просто... Сейчас будет немножко
как мы играем на площадке, так что... Классно, только не... Грота поиграть. Горки не съезжайте, знаете почему? Она очень горячая. Она очень горячая. Горка горячая, это просто... Быстрее, он идет! Кто? А, ну ладно. А, тут нету, тут нету этих лебедей. Тут есть вон там, вон они плавают. Пойдем. Пойдемте туда. Сейчас пойдем, да. Я вам обещала лебедей, так что пойдем с лебедями. Пойдем. Лиза, Даша, Лиза. Стойте, стойте, стойте. Лиза, Даша, Лиза. Да, мы идем, идем. Идем, идем. Друзья, сейчас будет сессия. Возможно. Блин, Ника, как ты? Все равно иду. Вот. Идет фотосессия, еще какой-то. Типа, нам надо это выложить на такой вики. Пацаны фигня страдают. Ну, надеюсь, они меня не запали. Машина, машина, ёпт. Залазим. Секундочку. Всем привет, это моя хата. Давай,